Peace. Здравствуйте, на каналі Шалім Крипті. Сьогодні ми будемо шаліть і зарабатувати в криптовалюті і поговорим ми о новій Play to Earn ігрі на Тоні, которая стоит команда разрабов Bybit, Google, Microsoft, FTX, то есть большие китяры стоят за этой игрой, и рекомендую в эту игру реально играть и развиваться якомога больше. Вероятно, то, что нам раздадут какой-то плюшки, очень большая, потому что стоят киты. Как мы знаем, обычно нам дают какую-то там фигню на данный момент, но лучше если обращать внимание, то вот на такие вот Apple. Ребят, у нас есть телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, как с вложениями, так и без вложений. Аэродропы, дропы, фри-то-плей, плей-турн и много-много другое. Все, что есть в интернете самое крутое, стараюсь здесь публиковать. Так что подписываемся на наш телеграм-канал. Итак, переходим к нашему посту, к нашей игре, которая была вот недавно наш пост. Сейчас постараюсь вам его побыстречку найти. Вот. Называется Natal. И сейчас я перейду со своего смартфона и покажу полностью всю механику данной игры. Итак, ребят, вот эта самая таполка, на Play to Earn таполка на Тони, с помощью которой мы можем играть. И команда разработчиков Bybit, Google, Microsoft, OKX. То есть довольно-таки очень крутые ребята стоят за данной таполкой. Переходим по ссылке в описании, попадаем на данную таполку. Как видим, вот так вот она выглядит, мы можем тапать. Энергия тоже примерно восстанавливается, буст еще не прокачивался вот здесь вот. Дальше, следующий такой вот немаловажный момент, что здесь есть. И здесь у нас друзья, да, где мы можем приглашать, и здесь все, в принципе, расписано. Потом есть задание, которое мы выполняем тоже за то, что мы каждый день заходим и получаем количество данных. Хочу обратить внимание, что на 12 день мы уже получаем 10,24 миллиона данных токенов. Так что, ребят, не пропускаем данные задания. Точно так же есть лаборатория, где мы можем усовершенствовать своего персонажа. Итак, меня один аккаунт уже очень сильно прокачивает. Сейчас я вам постараюсь это все показать. Вот этот самый персонаж, где я стараюсь все прокачивать. Тоже, естественно, мы здесь все можем прокачивать. Наши уровни, все как надо, как говорится, да? Вот. И все, в принципе, вот такой вот персонажик, он, например, уже у нас поболее стал. Дальше, следующий такой немаловажный момент. Ребят, мы нажимаем на пуст вот сюда. И так как у меня уже персонаж прокачан довольно-таки хорошо, Live the City, то и урон уже я с ребятами уже помощнее, как видите. Самый верхний угол, а вы видите, у меня уже жизни 606. Точно так же у меня и урон при стрельбе намного выше. Поэтому противников пока мне особо не видно. Но чтобы чисто для вас, хочу показать, с чем я стыкаюсь. Вот, как видите, я уже урона наношу 71. И там чем дальше, тем данные противники стоят все сложнее и сложнее. В правом верхнем углу у меня только показывается, что я уничтожаю данных противников. Все больше и больше, не подпускаю их к себе. И, естественно, прокачиваешь жизни. Как видим, в правом нижнем углу есть данная такая, как аптечка, да. То есть это уже дает нам возможность хорошо получать данные жизни. То есть если мы получаем урон, мы, естественно, потом восстанавливаемся. Чем дольше мы здесь живем, тем больше противников жизни, больше нанесемый урон. Не таким вот образом. Хотим, например, улучшиться, мы нажали, все, у нас стало, все, жизни восстановились, там стало 0. И таким вот образом мы с вами занимаемся и прокачиваемся. Все, как видим, продвигаемся. Я по такой стратегии двигаюсь на данный момент. Уровни тоже у нас появляются все больше и больше. Так, уже 71 противник поврежден. Но уже 75. Видим, урон уже нанес от меня 21. В дальнейшем, если очень-очень долго играть, там уже будут противники, которые уже будут стрелять уже по 70 урона наносить. Вот уже по 54, как видим, да. Ну, то есть, уже немало. То, что там такой живучий, бляха. А, там босс, понятно. Тоже здесь есть прыжки своеобразные. Если кому-то надо, вот, мы можем тоже прыгать, если... Вдруг подходит этот вариант. Что ж такое, да?
Ну и таким вот образом у меня уже довольно-таки немало данных токенов. И стараемся как можно больше жить. Вот такая вот игрушка, довольно-таки очень интересная. Самое главное, чем подольше жить и, естественно, зарабатывать данных токенов. Так, все, есть у нас бенч. Я стараюсь как и назад стрелять побольше, ну, больше очередей, так и вперед, потому как, ну, не знаешь, откуда почну негатить, да. А так, по такой макаром, да, по чуть-чуть можно себе, грубо говоря, страховать, чтобы спину не стреляли, по крайней мере. И таким вот образом играем. Посмотрим, что с этого всего получится. Но игрушка, по крайней мере, очень интересная, ребят. Вероятность того, что мы все-таки что-то получим и получится реально что-то заработать, очень высокая. Ну, думаю, написано у меня в посте, да, где-то 90%. Будем уже, конечно, надеяться на больше, что все-таки нам что-то дадут. Игрушка очень интересная. Можно там, как говорится, немножечко позалипать. Игрушек все на тоне строится все больше и более качественнее. Буду, конечно же, все больше видеороликов публиковать о данных играх. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписаться на канал. Всем пока и всем хорошего профита.